Они зарейдили мой дом. Они просто вынесли все здесь. Чуваки, какие вы неудачники. И я вам сейчас скажу почему. Не, ну как бы неплохо пацаны меня зарейдили, да? Там домик, да? Ну как бы неплохо зарейдили. Неудачники. Ролик через 2 дня. Ничего себе. Да, я сам в шоке от такой активности, но это все благодаря вам. Вы набрали 10к лайкосов за сутки. Это реально сильно. Давайте выставим рекорд. Вот возьмем и выставим новый рекорд. 20к лайкосов. Я думаю, этот ролик того стоит. Реально. Я очень над ним постарался. А, еще я хотел порекомендовать вам своего друга, напарника и человека, который мне помогает во всем. Босс. Он делает качественные атмосферные ролики и пытается как-то пробиться на ютубе. Давайте ему поможем. Ссылочку на него я оставлю в описании. Приятного просмотра. Мой первый домик зарейдили сразу после моего ролика. Но весь свой лут я перенес в другое место. И оказалось не зря. И так как я не знал на новом месте, где кто живет, я сразу же познакомился с моими иностранными соседями. Тут кто-то возле меня очень жестко стреляется, и мне прям интересно туда сбегать. Чего? У него всего 3 двери. У него всего 3 двери. У меня металла столько нет, ё-моё. Мне нужно ждать, пока он откроет эту гаражку. Открыл. Привет, пацаны. Напугал меня. Отлично. Я пробрался к ним на вышку, и по моим подсчетам мне оставалось пройти всего несколько дверей, чтобы попасть в лутовую. Но это было не так просто сделать, так как там были ловушки.
Противников оказалось намного больше, чем я ожидал. Но я как бы рыбак. Рыбак, который может дать отпор. Сколько их тут живет в этом доме, я не пойму. Он потолок сломал, я тут теперь не выйду. Как он успел закрыть дверь? Такого сопротивления я точно не ожидал. Их было очень много в этом доме. Но у меня было очень много серы. Я прибежал туда снова и решил взять их крепость штурмом. Но я не предвидел одну вещь. У них там были гантрапы. Но в этом были свои плюсы. Я полностью узнал, как у них расположен дом и где находится шкаф. Оставалось немного переплавить серу. Вы можете подумать, что переплавить серу это легко, но мне нужно было выходить на улицу за деревом. А так как эти ребята на меня обиделись, они сидели постоянно на вышке и с двушкой у меня под домом. Офигеть вы офигевшие морды. А если я так же сделаю? Держи. Три башки убил. Лежать. Я вас понял, вы у меня теперь под дверью хотите сидеть? Сколько же вы мне лестниц принесли, ребятки? Ё-моё! You lost AK noob. Вы теперь у меня собираетесь постоянно сидеть на хате? Серьезно? Чего? Это терминатор побежал? А, ну понятно, да, я так и понял, в принципе. Тупо боженька побежал. I don't see you, my friend! I don't see you! You are so bad, man!
Why you so trash, man? Why you so trash, man? Что, не стреляй, не стреляй, блядь! Что там, что там, не стреляю. Зачем ты убиваешь? Я понимаю. Слушай, вы, по-моему, ракеты хотели продать. Просто, блин, разрывными я могу зарейдить, но это будет долго. Как тебе их доставить? Может, коптер сейчас найду тогда. Там у них дом на 7 ракет максимум. Давай. Да сейчас прилечу на корове. Сам. Понял. Сиди, сиди. Ночь как бы длинная. А, уже рассвет. О, блин. Фиаско. Да-да-да-да-да. Ну чё, я включаю режим Джона Рэмбо, да? Один против троих? Давай, давай. Не, мне впадло вас выходить убивать, я вас пощажу, короче, сидите дальше. Да в смысле? В смысле? Всё, мне жалко вас убивать. Честно. Ты слишком адекватный. Да в смысле жалко, я в предвкушении. Я был в предвкушении, понимаешь? Кстати, тема с отелем годная была, очень. Ладно, все, я выхожу с поднятыми руками. Томпсон можно не возвращать. Поднят, каких именно? Вот, видишь дом? Я их 3 раза пытался дипнуть, они, у них там гантрап стоит. И турель, кстати говоря. С этими ребятами мне получилось договориться. И они не стали стрелять и мешать мне играть. И в этот же момент прилетели ребята, которые привезли мне ракеты. В обмен на серу. Тут у меня целая орда собралась. Давайте я серу вынесу. Давай. Блин. Так, а вы им дадите всю свою серу и зарвете? Одна заряженная. О, найс. Иди сюда. На, держи. Я чизинку можно вынести патрон для эту? У меня все закончится. В принципе, вы окупили с этого трейда. Я еще базуку верну. Я не знаю, что ты. Окей. Спасибо большое. Одну ракетку я бы, наверное, изучил все-таки. Я купил ракеты, и по моим подсчетам на их дом в принципе должно было хватить. Да будет мясо. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пам. О! Что, так можно было? Ого! У них тут кровати стояли, вот оно что. Ой, привет. Ой, как дела? Гудбай, хата. Прощайте, домики. Теперь можно и посмотреть, что у них по луту. А у них такой жирненький лутец, я бы сказал. А вот и мой калашик вернулся, да? Нет, это новенький.
Да у них нифига сколько пушек. Окупился. Ебой. Две ЛРочки. Пороха куча, топ-сет. И сера есть. Мне этих пушек теперь до конца вайпа хватит. Фух, это было, конечно, быстро и опасно. Но мы справились. Броня мне тоже нужна. Чё, ни у одного из них камня не было? Оп! Go! Oh my god! This guy dead! No! Опача, а ты это сделал зря, братик. Easy! I told you! Very beautiful! Многие из вас могут меня спросить, а где же рыбалка, которую я обещал? А до рыбалки еще очень-очень далеко. Russia, fuck it, you! This time! Пуканелла у этих ребят знатно так пригорела. И по всей видимости, они даже ливнули с сервера. Но скучать мне не приходилось, так как к моему дому прибегали постоянно какие-то типы. Фух! Я выжил! Ага, я понял, где этот тип с калашом. Калаши лишними не бывают, как бы. Как я понял, минус калашист. $200 IQ move. Ты напугал меня? Where a K, bro? I see potato, but I don't see a K, bro. Что это было? Нифига там, пацаны, сильные. Один минус. Да идите нафиг. Куда собрался? О май гад.
Офигел так вставать передо мной? Да ты... Чё попадаешь мне так жестко, а? Понял, я тебя видел. Убил. Он меня чуть не убил. У меня 4 калаша. Беги домой. У меня 2 ЛР-ки, 2 калаша. Я понял. 4 Томпсона. Пашку забрал, надеюсь, до дома доберу. Я только собирался идти строить ферму, как Илюха пришел и забайтил вертолет. Кто его просил, непонятно, но пришлось его сбить. Ты его забайтил? Вертолет сбивать? Да, огонь у меня тут, везде. Как я его сбивать буду? Как-нибудь постреляю, я там один раз его дейб. Не, я его сбивать не буду. Больно, больно, жопе! Сбил? Сбил. Это по тебе с ракеты было? Да, да, да. Берета, серьезно? Пулик. Да. Скоростные ракеты. Замесы наконец-то закончились, и я отправился строить свою рыболовню и ферму. Не знаю, какова это задумка, конечно. Человеченкой кормить рыбку, ну да ладно. Будем ловить рыбку, которая кушает человеченку. Мне еще туда электричество надо провести. Тогда вообще будет шик. Кушайте, рыбки, кушайте. Надеюсь, вы будете у меня ловиться. Я приду, проверю очень скоро. Я, правда, не знаю, может, лучше жареную рыбку? Ну, мы сейчас проверим как раз. Тут у нас был прототип. Но, к сожалению, он не получился. Ну, надеюсь, никто не заметит, что тут соломенный проем. А вообще, наверное, лучше поставить замок на шкаф. Сейчас мы пойдем проводить электричество и заодно принесем немного дерева туда. Там будет и ферма, и рыбалка. Два в одном. Хорошо придумал? Она, в принципе, небольшая и непримечательная, как бы, ну, вообще незаметная. И никто не догадается, что это ферма. Ну вот, как бы, она непримечательная совсем и небольшая. Ну, сразу видно, что рыбалка на самом деле. А сверху ты хочешь оформить на две грядки одной хватает. Можешь посередине поставить их. Вот сюда вот. Thank you.
Смотри и учись. Вау, кайф. Сверху водопровод, где-то здесь электричество. Если соленой водой у тебя будет поливаться, то у тебя... Он работает? Нафиг, и нельзя так. Работает, да, работает. Я решил совместить рыболовню с фермерством, и у меня получилось вот такое вот интересное здание. Ну а какие плоды она принесет, вы увидите уже в следующем ролике. Надеюсь, вы будете ждать. Ну и не забывайте прожимать лайкосы, ведь я действительно стараюсь преподнести вам что-нибудь интересненькое. Всем пока!